25 тысяч рублей заплатил один из губкинских предпринимателей за нарушение законодательства о ценообразовании. Таков итог проверки, которую провела прокуратура города. В ходе расследования было установлено, что индивидуальный предприниматель реализовывал в торговой точке масло с завышением предельной торговой надбавки. Индивидуальным предпринимателем в магазине «Каспий» в нарушение регионального законодательства реализуется масло с нарушением предельных торговых надбавок более чем на 19%. По данному факту прокурором города в отношении предпринимателя возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть нарушение порядка ценообразования. В настоящий момент нарушения устранены. По словам помощника прокурора, учитывая значимость и актуальность вопроса в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, работа органов прокуратуры в данном направлении будет продолжена.